Превосходно, командир. Настало время нанести удар по врагу. Отец, что не так? Вы подвели нас. Подвели? Мы спасли Пёрл-Харбор. О, да. И пока вы сражались в Гонолулу, враг обошел с тыла. Флот Альянса подходит к самому Токио. Наша последняя линия защиты — это единственная плавающая крепость. Она их остановит. Отец, мы должны продолжать атаку. Отец, мы должны... А если крепость их не остановит, но Токио тогда... может пасть. Нет, нужно защитить крепость и разбить силы Альянса. Выбейте всех врагов из этого региона. Ну, в итоге у нас есть миссия Тихий океан, да? И получается бой с черной черепахой. Нам придется сейчас защищать ту большую плавучую крепость для того, чтобы Альянс не смог добиться желаемого. Начинаем. Союзники все не могут смириться с неизбежностью поражения. Они собрали огромную ударную эскадру и ведут ее к берегам Японии. Однако, к счастью, в этом регионе находится наша плавающая крепость. Уничтожьте варваров, защитите нашу родную землю. Тихий океан должен принадлежать империи. Безусловно. Мы постараемся не допустить этого, чтобы Альянс захватил нашу плавучую крепость. У нас критическая ситуация. Если силы Альянса пройдут, то они смогут дойти до Японии. Остановите их немедленно. Теперь вы можете тренировать боевых ангелов. Эти верные слуги империи отлично справляются с наземными войсками. Так, подожди-ка. Мне показалось или нет? Не показалось. Получено новое задание. Не подпускайте их близко! Продолжай, парни! Все слышали меня? Сканируй местность! Держать полицию! По местам! Объект под огнем. Не союзники на пол. Так, боевые ангелы, да? Этот род войск может атаковать как наземные, так и воздушные цели, а также может обездвижить цель, которую затем атакуют другие рода войск. Так, боевых ангелов нам дали, соответственно, мы можем дальше, да? Ждем гостей. Принимаем Альянс. Эй, это не спортивно, не так ли? Они не вооружены. Не знаю, уважаемый же. Что же, в таком случае вывести вас из строя будет легче легкого. Можете постараться, я очень буду ждать ваших предложений. Давай, вверх. Это наше море. Объект под огнем. Не поедете на то. Приближаются движения для Хайки Альянса. Полный ход. Новый курс. Полный ход. Не отступайте. Вижу врага. Полный ход.
Так, у нас гости. Давайте их обработаем. Это последние войска Альянса, которые нам нужно будет. А, там еще подкрепление, да, у них есть? Так, давайте, ребята. Давайте последнюю коробочку забираем и окей. Так, МСС-связников мы остановили, отлично. Император приказывает вам защитить нашу плавающую крепость. Если император приказывает, мы подчиняемся воле императора и постараемся сохранить эту крепость. Подверглись нападению. Не допустите их разрушения. На союзников. Да, мой господин. Так, давайте. В режиме штурмовика они эффективны против пехоты. Можно приказать им перейти в режим субмарины. Получено новое задание. Ключевую постройку атакуют. На союзника напали. Получено дополнительное задание. Проверка высоты. Да, я понял. Накрыли. На полной скорости. Давайте. Yes. На союзника напали. Так держать. Да, я понял. Так держать. Не снижаемся. Думал, вы уж и не вспомните. Ключевую постройку атакуем. Разбудим их. Время. Будет как с конвейера. Ваш покорный слуга. Все для вас, мой господин. Все для вас, ребята, все для вас. Во имя воли императора мы это делаем, да? По-другому никак. Ну а что? Сейчас наши инженеры захватят два реактора, и будет у нас полностью функционированная база. Постройка восстановлена. Давай. Преклоняюсь пред вашей мудростью. Немного ускорим ваш процесс, товарищ инженер. Вы не против, да, надеюсь? Устал. Стимуляторы закончились. Что ваши приказы? На союзника напали. Да, мой господин. Будет постройка как сказать. Так, отлично. Доступны новые задачи постройки. Задача выполнена, да? Теперь надо построиться будет и забрать эти три. Или две базы не будет. Три, наверное, скорее всего. Так, вот у нас флот. Доступны новые области. Основана на компьютере. Подкрепление прибыло. Наша группа перехвата присоединилась к обороне в плавучей крепости. Место получено новое выбора. Задание. Все должно быть заверено. Изучаю схемы. О, господи, однако и понастроили вы тут. Ну, так даже и лучше. Победа должна быть роскошной. Мы защитили Гавайи, но Альянсу, похоже, этого было мало. Что ж, придется проучить их еще раз. Я возьму на себя защиту плавающей крепости. На союзника напали. Спасибо за поддержку. А мы будем стараться устранить
Три базы. У них три базы, ребята, да? Соответственно, нам нужно это выявить. Строительство завершено. Для того, чтобы установить три базы, мне нужен очень мощный флот. Очень мощный. Но пока у нас этого нету. Ну, доступны новые постройки. В любом случае завершено. Мы это сделаем. Идет строительство. Обнаружен противник. Основа верфи. Строительство готово. Завершено. Доступны основа новые верфи. Постройки. Место выбрано. Основа обогатителя готова. Развертывание невозможно. Место развертывания выбрано. Идет строительство. Ну, у японцев, готова. Конечно же, намного быстро. Намного быстро все это делается. Обнаружен противник. Ну, в плане вот прокачки добычи ресурсов, у них все это, у Империи Восходящего Солнца намного быстрее происходит. В принципе. Так, нам нужен флот, да? Строительство завершено. Развертывание невозможно. Идет ремонт. Основа обогатителя. Развертывание невозможно. Обнаружен противник. Так, построил я, получается, один лишний, да? Так, один лишний завод я построил. Ну, ничего страшного, в принципе, кто успел, того и тапки, да? На союзника напали. Давайте теперь дальше думать. Раз, два, три, да? Объект под огнем. Готовы бросить в бой штурмовую эскадрилью. На союзника напали. Объект уничтожен. На союзника напали. Объект под огнем. Идет стрейк. Нет, вверху видно. Что вы так упали-то, а? Своих вертолетов заморозчики, да? На союзника напали. А здесь тихо. Объект под огнем. Ключевую постройку атакуют. Это удар. Ну, действительно, да? Так, давайте строиться. Так, давай. Ой. Просто так, конечно, я использовал поддержку авиации, а вот эти вот проблемные уже, ребята. Проблемные, проблемные. Так, денежки, денежки к нам приходят. Касса у нас... Касса у нас пока более-менее, да? Идет ремонт. Недостаточно средств. Мы союзники на пол. На базу напали. Недостаточно средств. Обнаружен.
Ну что, давайте попробуем первую базу разнесем сейчас. Я думаю, что у нас есть к этому армия, да? Вот так вот. Надо их обесточить. Как я люблю эту игру, а? Местами. Так, первая база уничтожена, осталось еще две, да? Так, можно попробовать вторую базу разобрать, да? Хотя давайте построим еще пару линкоров Сёгун, 10 штук, да? Тогда пойдем еще раз атаковать уже вторую базу Альянса. Как дела? Ну давайте попробуем, как у нас дела. Не забываем осматриваться. Недостаточно средств. На союзника напали. Не высовываемся. Как дела? Да никак. Укажите цель. Укажите цель. Осталось. На союзника напали. Ключевую постройку атакуем. Не вопрос. Недостаточно средств. Не высовываемся. Вода несет нас. На союзника напали. Готовы принять. Ну давайте. Принимаем. Укажите цель. Флот против флота. В принципе, мы их растопчем очень быстро. Они даже понять ничего не успеют, что происходит у них вообще в жизни. Альянс этот... Сёгун это, конечно, тоже машина. Очень страшная. Пару секунд и всё. Достаточно сил. Им не выжить.
лопнул Альянс. Очень лопнул быстро. Даже понять, наверное, не успел, что произошло. Ну а теперь мы отправляемся и на третью базу. Мы идем. Недостаточно средств. Готовы бросить бой штурмовую эскадрилью. Готовы применить приказ императора. Объект под огнем. Обнаружите базу. Мы союзники на пол. Укажите цель. Ну что, сносим третью базу, ребята, и все. Я думаю, что Альянс дуется, и на этой миссии будет закончена. Вот и все. Три базы Альянса просто были уничтожены буквально за 5 минут. Вы принесли Империи победу в самое трудное для нас время. Император доволен вами. От души.